пенопласты усилят толчок тренированных ног. Маска позволит увидеть красоты глубин. И чередуя размеренно выдох и вдох, с бездной опять остаешься один на один. Время придет, мы вернемся опять в города, только привычно меняя среду обитания. Снова тебя поглощая, уносит вода, будто вернув на круги мироздания. А мы не ищем брода ни в жизни, ни в воде, в любую непогоду, наперекор судьбе. Плевать нам на погоду, судьбе наперекор. Уходим мы под воду, с судьбой затеяв спор. Уходим мы под воду, с судьбой затеяв спор. Все едины в глубинах богатством одним, и загубник до боли в зубах закусил. А погибших мы вечную память храним, каждый раз третий тягостный тост пригубив, и баллоны на плечи друг другу опять опустив, и друг другу в глаза заглянув и поправив балласт, все обиды забыв, все поняв, всех простив, мы уходим, чтоб ждали и помнили нас. А мы не ищем рода ни в жизни, ни в воде, в любую непогоду, наперекор судьбе. Плевать нам на погоду и на судьбу плевать. Уходим мы под воду, чтобы себя понять. Уходим мы под воду, чтобы себя понять. Испытай, что почем, и себя испытай. Разберись, кто ты, трус или судьбою назначен край увидеть. Соберись и шагни через край, и попробуй на вкус настоящей удачи. Бриск по нервам волною горячей хлестнет, невесомость в объятия свои примет тело. Каждый метр глубины в кровь добавит азот, чтобы знать, где предел, и стремиться к пределу. А мы не ищем рода ни в жизни, ни в воде, в любую непогоду, наперекор судьбе. Плевать нам на погоду, судьбе наперекор. Уходим мы под воду, с судьбой закончить спор. Уходим мы под воду, с судьбой закончить спор. Уходим мы под воду, с судьбой закончить спор. Вот мы приехали на озеро Врева. Вот это у нас айсдайвинг. По-новому. Потому что по-другому это не сказать. Лед очень тонкий. Мы пробили майну. Он игольчатый. Поняли, что стрёмно, решили ближе к берегу делать. Будем ходить со страховкой на берегу веревки. Вот как-то так. Так что там, будет майна все-таки? Все, вряд ли отменяется. Там холодно и страшно. С берега. О, нормально. Вот и заход. Выпилить не надо, нифига. Собственно говоря, нам вообще ничего не надо. Все, это уже хорошая майна. Инструмент для майны не понадобился. Виталик, пойдем отсюда. А то господин Шахвердов... Он что сделал? Вам теперь ничего не надо делать. Блять, нам точно. Пила пропилена. Майна пропилена. Тих, скажи честно, зачем тебе костюм? Не знаю, даже не знаю. Для красоты. Чтоб ну и нету, не чтобы другие не обращали внимания на этот вопрос. Я даже не знаю. Вот так, пожалуйста, зайди. Виталик, это вот хорошая идея.
Но там лед ослаблен дико. Я понял, что я знаю, не знаю, что это. Да, ты рисковый парень. Не догонишь. Не, ну они туда нормально, ребята так. Дик, ты вот до того берега, в принципе, а мы потом паром пустим. Берешь мне грибы? Как это? Ледокол красен. Я ледокол красен. Ну, попрыгай, наверное, сюда. Там в новостях запишут, ледоход на озере Врево начался. Раньше времени, да. О, Господи. Нифига себе. Мы поэтому ходили, да? Не в первый раз. Кто-то не в первый. Но приобщился бы. Дам мурживанию точно. Да, ну я вот там. Ну чего, давай-ка без костюмов. Ты же можешь у нас. Блин, вот мне тебя все ласты на руки, вперед. Ты не самый достаточный. Господи, я поэтому ходил только что. Вчера себе. Тимка, аккуратнее, без головы только. Может, пилу дать? Три, четыре. Аккуратно. И сейчас это самое по всему, как вот. Да, озеро вскрылось, да. Да, ледниковый период. Ветка с орехом-то. Точно, точно. Заползать. Ну, заползать будем, да. На четвереньках. На четвереньках. Зачем? Лечь просто. Баллон. Запустись, развернулся и пошел. Такой айс. Да. Забавно. Игольчатый. Забавненько, забавненько. Сейчас голодные налимы, я так понимаю. Жрут. Денис, ты костюм забыл. А ползти надо будет тебе пока. Шапочки. О, сейчас есть. Да. Мы купили вторую. Вторую шапочку для меня персонально купили. Миш, пойдем, мы же покушаем. Да вот я тоже думаю, что надо идти кушать. Чем зря постоим? Чем мы с ними мерзнем? Кушать пойдем. Да, а горы мусора все ширились и ширились. Сейчас спуститесь вниз, пройдите, чтобы вас концы не перепутали. Хрена себе. Да, ломает такие льдины. Вот это, вроде толстые, вот а. Здоровый парень-то. Килограмм, что ли, весь это льдина, наверное. Вроде толстенные льдинки. На следующие выходные, конечно, да-да-да, похоже на то. Мы поэтому ходили. Мы поэтому ходили. Видишь, какой ломающийся. Все. Погружайтесь. Все в порядке. Находите. Без рыбы не возвращайтесь. Ну как так? Там налимы где-то, говорят, есть. Голодные. Долина по-любому есть. Все, до встречи. Давайте. А кто-то нежится на Мальдивах.
это не мы. Это совсем не мы. Мы не ищем легких путей. О, я вижу пузыри, смотрите. Пузыри пробивают лед, да. Да вон пошли. Пузыри. Белая вот эта вот надо льдом. Сейчас увидишь опять. Вот смотри, вода через лед начинает идти. Пузыри проходят через лед. Забавно достаточно. Сейчас гейзеры будут выходить. Да-да-да, сейчас. Такие взрывы и льда будут. Следующий Италия. Будет немножко там подрасчистить, когда мы пойдем. Надо подальше проломить еще. Опа, ничего себе пошла. Да, я вижу, они пошли. Клево. Как летом. Пузыри видно. Пузыри впитываются, блядь. Ну? Смотри, да, такой белый такой шлейф пошел, да. А смотри, реально, они проходят между. Да, они проходят через лед. Через лед. Через иголки проходят. И там, где они прошли, расцветут сады. Точно, точно. Обалдеть. Да, такого я не видел еще. Не хочешь отнять их сверху? Че-то. Но мы там ходили. Да. Ребят, клюет? Нет, не клюет. Пока только он тралят. Пока только наживку забросили. Пока только... Вон они. Туда прямо? Вон они. Где? Да вон. Пузыри видно прямо хорошо. На ту майну. Веселые ребята. Я же им говорю, здесь строго на север начинается стенка. Угу. Он у нас разминается. Да, забавно видно. Угу. Что там с компасом? Не, действительно забавно. Первый раз такое вижу. Найс. Чтоб было видно, куда дайвера пошли. Подлёдный дайвер. Ну, подлёдный, да. Ну, зато, по крайней мере, если что, знаем, где искать. Да. Подсекай! Наживка у нас хорошая, правильная. Так что размер улова будет соответствующий. Один кослявый, второй щурлик. Ловля лохнастского чудовища. Ну, как прозрак? Прозрак хороший. Отрудит. Хороший это сколько? Подожди. Если не мутить, метро 7. А если сравнивать с этим самым, с летом, как прозрак? Ты шнырял тут, я помню. Прозрак лучше. Лучше, да? Как под лед заходить? Там много места? Подрёл сразу же. Потом мутишь в итоге, вертикальное поворот, не плывёшь. Главное, не будет дыхать. Держаться льда первый там, пока глубина не будет метр 3. Зигл, да. Максимально 17. Что сразу?
Я свободен, да. У меня тоже все, да? Ну слушай, в меру, ну. Вы путались постоянно из-за этого хрень. Я понял, здесь фигня, что я сейчас выжил. Все или нет? Здесь справа от меня, я сейчас вот так положение выдержу.
Я все-таки нашел стенку. Миша, ты наш человек, мы тоже ее нашли. Вот туда, да? Ну, по крайней мере, лебед ты ее. Ну, намутили там, господи ты боже мой. Я никогда такого здесь не видел. Слушай, Миш, во-первых, эта муть идет сама вот так вот. Че? Эта муть идет вот так вот по озеру, где же течение. Я сейчас хочу так согнать. Я не знаю, но там такая муть, что это просто трындец. Я там потерялся в клубах этой мути, ориентировался уже просто по силе тяги, где я. Короче, естественно, я намутил, естественно, все намутили. Да все намутили, я говорю, потому что с берега это веревки, так. Веревки. Не в претензии я, что намутили, а просто, просто факт констатирую, оно так. Так. Андрей, можно еще попросить? Да, если вали, у меня, вот спасибо. Эта штука длинная. Вообще потрясающая. Виталий, ты тогда вот этот длинный отдох костюма, ты как на ближнем? Миша, ты сухой? Да. Я, наверное, какое-то время буду каждый раз спрашивать. Да-да-да. Абсолютно сухой. Раз, пошел 22 или 23 метра. Слушай, заснял что-нибудь? Слушай, я стенку нашел, а ты нашел? Ну да. Меня тут и выдернули. Я понял. А, так вот, наверное, что за муть я видел. Это путь тебя дергали. Я упал вниз, пошел налево. Эта муть вся туда и сверху и начала пикировать. Ну, в общем, я тоже вот эту муть видел страшную просто. Неверно. Ты прикинь, у меня были случаи, когда весь мой свет вот этот стало вообще темно. Я же фонарил. Прикинь, вот весь этот свет его затмила муть. Нормально. Стала кромешная тьма. Ну, да. Что получилось? Понятно. Ничего не видно, муть. А? Стенку видел, нашел на нее? Да, естественно. Глубина. Пещерки типа смотрел. Ну немножко совсем. Там или хватает верев. Жарко. Чего, жизнь есть? Жизнь есть. Это точный факт. Че, ты к ночи вышел уже, да? Да. А, отлично. Как дела? Денис, спасибо, офигенно. Вообще. Я волновался чуть-чуть. Да я вообще, просто настолько хорошо. Я отступаю. Миша, мы по этой стеночке прошлись вообще классно. То есть мы ее нашли, мы ее облазили. Если бы Виталиков, не Виталиков задний фрог своеобразный, вы бы увидели гораздо больше. Ну, спасибо, что истока увидели. Ага. Миша, ты опять меня снимаешь? Конечно. То есть инкогнито сохранить не удастся? Нет. Давно знакомые черты на стеночке нашлись. От верев? Еще не забыто. Нет, черты это самое. Ну, конфигурация стенки. Запоминаешь же вроде как. Вот. На десятке нашел остаточки стенки. Угу. Еще где-то, да. Я, кстати, тоже находил. А? Я тоже находил на десятке где-то. К удивлению. Что я
что у меня сейчас получилось, то у нас с Виталиком. У нас с Виталиком получилось 24,5 метра. Угу. Ну ты тоже где-то так забирался. Дошли. Можно было дальше, но там уже надо было отходить. Угу. И вниз. Ну там уже бессмысленно вот этот вот поток, веревка заканчивалась,